Ребята, всем привет! Перед вами пистолет Smith & Wesson M459. Ну, не пугайтесь, это не настоящий пистолет, это китайская зажигалка, которая сделана тут. Этот редкий пистолет, может кто не знает, но в конце 80-х, начале 90-х M459 были сделаны для ФБР, для спецподразделений в количестве 803 экземпляра. Ну, предприимчивые китайцы знают, где заработать денег, и поэтому вот выпустили вот такую зажигалку. По весу такая тяжелая. Даже есть предохранитель. Вот такой здесь. Минус-плюс. Вот нажимаем на включение, и вот так, как видите, не горит тут, потому что не заправлено. Вот тут есть специальная дырка для заправки, все сделано под газ, и я думаю, что если заправить, то все будет работать. Вот тут видите надпись Semi Automatic M459. Я думаю, что если количество 803 штуки было сделано, то его даже оригинальный очень трудно купить. Поэтому, чтобы очень сильно не париться, можно купить зажигалку. И поставить вот так для красоты. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Кому видео понравилось, лайкайте. Всем пока.